Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы с вами поговорим в этом видео об очень достаточно простой и легкой практике. При этом давайте мы эту практику будем делать каждый день. При этом обращаем ваше внимание, что вы как минимум несколько раз в день делаете одну процедуру. А давайте сделаем так, что с помощью этой процедуры мы не просто будем наши очищать руки, но и в то же время мы будем привлекать достаток, благополучие, изобилие, процветание и удачу в нашу жизнь. И, друзья, мы будем это делать с помощью наших рук и мыла. Какое мыло взять? Можете взять любое мыло, которое у вас есть дома и которым вы моете руки. А можете замотивировать Вселенную, космос, чтобы вам удвоили то, что вы просите, и то, что вам нужно в этот момент. Как? С помощью цвета мыла. Например, вы можете купить кусок именно зеленого мыла, да? Мы знаем о том, что именно это мыло привлекает деньги в нашу жизнь, привлекает достаток и изобилие. Также вы можете, например, купить красное мыло, которое будет активировать денежную энергию. Вы можете купить несколько кусочков мыла и каждый раз мыть разным мылом. С одной стороны, будет вам и приятно, но с другой стороны, вы в то же время будете проводить практику. Также эта практика, друзья, запускает именно процесс открытие денежных потоков. Это очень важно. Тут используется, как видите, и вода. Вода – это проводник всего того, что вы говорите, что вы делаете и как вы визуализируете. Поэтому каждый раз, когда вы моете свои руки, друзья, говорите всего лишь одну фразу. Она достаточно простая, но в то же время действенная и сильная. А слова следующие. Вода волшебная. Мыло чудесное, руки намыливаю, деньги примыливаю, достаток привлекаю, деньги приумножаю, истина. И достаточно сказать эту фразу один раз, но обращаем ваше внимание, что мы моем несколько раз в день свои руки мылом, поэтому вы можете постоянно повторять. Если забыли какую-то строчку из этой фразы, ничего страшного, попробуйте ее заменить другой. Но напоминаю вам, что таким образом через эту практику, простую, легкую практику, вы активируете процесс именно открытие денежных потоков. А нам сегодня всем нужны деньги. Поэтому давайте будем делать все на позитиве, с легкостью. И мы надеемся, что в самом ближайшем будущем ваша жизнь изменится.